на таком проекте, а именно это создание виртуальной медицинской клиники в США. Не очень хорошо здесь видно, но, возможно, многие из вас узнали кадр из заставки сериала «Друзья». В прошлом году сериал отпраздновал юбилей в 25 лет, и поскольку мы будем говорить про США, на примере некоторых кадров из этого сериала я смогу проиллюстрировать особенности медицинской системы, она сильно отличается от нашей. И когда я начала вспоминать все эпизоды, сложилось впечатление, что из клиник друзья не выходили. Для начала я представлюсь. На протяжении почти уже 6 лет я работаю системным аналитиком. Более 2 лет я занимаюсь проектами на международном рынке. До этого у меня был опыт работы с госконтрактами российскими и занималась также продуктовой разработкой. Кейс, который я встретила и про который буду рассказывать сейчас, я встретила, когда занимала должность ведущего аналитика в международной IT-компании Artesio, и считаю это ценным опытом. Хочу поделиться им с вами, чтобы вы смогли сэкономить свое драгоценное время и не наступить на грабли, по которым уже прошлась я. Конечно, по большей части мы будем говорить про сферу медицины, про медицинские проекты, но будут озвучены какие-то универсальные вещи, лайфхаки, которые вы можете применить и на своих проектах в других предметных областях. Про компанию Artesio. Вообще у этой компании большой опыт работы над медицинскими проектами, и они выполнили уже более 100 проектов, но все же от страны у проектов разная специфика. И я поделюсь своим опытом работы над проектом, над созданием виртуальной медицинской клиники в США, которая специализировалась на эндокринологии. Нашим клиентом была клиника, которая хотела полностью перевести свою деятельность из офлайн в онлайн. И это было возможно, поскольку большинство коммуникаций между врачом и пациентом — это чисто проверки, и физического контакта врача и пациента не требуется. И поскольку заказчик наш не нашел достойного аналога на рынке, было решено разработать систему с нуля. И вообще рынок США привлекателен для IT-компании, которые предоставляют свои услуги на аутсорсе, но одновременно с большими чеками сделок и большими зарплатами для аналитиков, такие проекты имеют свою специфику и сложность. Поэтому в своем докладе я, конечно же, дам краткий обзор стандартов и законов в США, которые регулируют сферу здравоохранения, но также мой упор будет на то, чтобы показать, как вы, как системный бизнес-аналитик, можете подготовить артефакты на таком проекте. Итак, расскажу, какие были особенности у проекта. И начну со специфики в системе здравоохранения в России и США. Про Россию. Мы знаем, что у нас есть государственные и частные больницы. Если мы хотим пройти платно какое-то обследование, например, сделать УЗИ, никто не будет против, все будут только за, платите деньги. Также мы платим обязательные взносы за медицинское страхование, и по статистике порядка 10% населения у нас имеют полис ДМС добровольного медицинского страхования. И, наконец, если мы придем в аптеку, мы можем найти множество лекарств, которые отпускаются без рецепта врача, или мы можем купить лекарства в дозировке, отличные от рецепта. Что касается США, там все строже. Во-первых, все направления на обследование и анализы выписываются врачом и выписываются в соответствии с симптомами и диагнозами пациентов. Также, если вы придете в аптеку, невозможно купить какие-то таблетки. Ну, можно очень мало, но в основном лекарства выписываются врачом, далее они собираются в индивидуальные упаковки, и пациент их может забрать в ближайшей аптеке или получить по почте. И, наконец, вообще по США, да, мы можем, кто-то из вас знает, что медицина очень дорогая и без наличия страховки может вылиться в круглую сумму. Поэтому, если опять же смотреть на статистику, то согласно данным статистического бюро Census, 92% населения США приобретают страховку, остальные 8% не приобретают, возможно, в связи с тем, что страховка не предоставляется работодателям, а для людей это неприподъемная сумма. В этот процент входят люди без определенного места жительства, ну и по каким-то другим причинам. Но по сравнению с Россией все же небольшой процент среди тех, кто не приобретает страховку. Небольшая иллюстрация из сериала. Если вы помните, Рэйчел переехала когда к Монике, она нуждалась в лечении лодыжки, но у нее
нее не было страховки, поэтому она подговорила Монику прийти в клинику, представиться наоборот, и как-то у них получилось вылечиться за счет страховки Моники. В реальной жизни вряд ли так получится. Но, тем не менее, это иллюстрирует, что они не пошли платно просить, чтобы им оказали медицинские услуги. Или Джоуи долгое время мучился и мирился с болью из-за грыжи, потому что он потерял работу и, соответственно, потерял страховку, и смог вылечиться только тогда, когда он снова устроился на работу, и ему дали страховку. Конечно, примеры немножко утрированные, но в целом отражают ситуацию со страховкой в США. Вернусь к списку. Все же мы, как аналитики, да, мы все понимаем, что мы должны разбираться в контексте, в особенностях проекта, чтобы говорить заказчикам на одном языке и учитывать специфику при подготовке требований. Следующий пункт, который мы посмотрим, это особенности системы права. И про Россию, да, коллеги, может, которые работали на госконтрактах в госсекторе, знают, что у нас предписывающая система права. И если в каком-то проекте нужно исполнить требования закона, мы их берем как инструкцию, сделаем так, как там написано, и чаще всего достаточно одного федерального закона. В США прецедентная система права, то есть законы описывают общие цели, но они могут трактоваться по-разному. При этом решения судебных органов приравниваются к закону. И если вы собираетесь разработать систему в США, вам недостаточно будет посмотреть в один закон, потребуется посмотреть на практики. Также нужно учитывать, что между штатами законы могут отличаться, и все это повышает вероятность изменения требований. Если мы посмотрим на сферу здравоохранения, то у нас есть регулирующий орган Минздрав. Организациям, которые занимаются медицинской деятельностью, им выдаются лицензии, их деятельность регулируется законами, подзаконными актами, различными постановлениями. В США есть департамент Health and Human Services, который регулируют сферу здравоохранения, и они в 1996 году разработали и, существенно, доработали в 2013 году федеральный закон HIPAA, который регулирует вопросы защиты персональных медицинских данных. Дальше мы посмотрим на этот закон HIPAA, но сразу говорю, что этот закон не единственный, но базовый, который регулирует сферу здравоохранения. Есть другие федеральные законы, которые относятся к какой-то определенной медицинской информации, например, генетической или к медицинским исследованиям, а также есть законы отдельных штатов, которые ужесточают требования HIPAA. Итак, если мы изучим этот закон, то мы можем выделить несколько правил и вот целей, да? Во-первых, согласно правилу конфиденциальности, данные пациентов — это PHI, Protected Health Information, это данные о здоровье, о предоставленных услугах, о транзакциях и персональные данные, по которым можно идентифицировать пациента. А если вспомнить, опять же, другой эпизод из сериала, где Фиби познакомилась с молодым человеком, но они не успели обменяться контактами, он уехал на лифте, и Фиби, недолго думая, подошла к медсестре, чтобы узнать у нее, как его зовут, в какой палате он лежит, на что медсестра изначально ответила правильно: «Извините, это защищенная медицинская информация и доступна только медицинскому персоналу». А если мы посмотрим на российские, да, законы, у нас тоже есть закон о защите персональных данных, 152 ФЗ, но он общий, он относится ко всем данным, не только медицинским. И по аналогии, в начале процесса в системе нам необходимо получить у пациента согласие на обработку данных. Второе правило. Согласно правилу безопасности, вот эти данные PHI, данные пациентов должны безопасно храниться и передаваться. Причем передаваться данные могут только лицам, которые, во-первых, соответствуют закону HIPAA, а во-вторых, подписали BA-соглашение с заказчиком, вот с вашим заказчиком, с медицинской организацией. Кто такой бизнес-ассошиейт? Давайте назовем его деловой партнер. Это физическое или юридическое лицо, которое предоставляет услуги медицинской организации, связанные с доступом к данным пациентов, вот, к PHI. И правила HIPAA требуют, чтобы медицинские организации подписывали вот такие соглашения, чтобы, во-первых, утвердить надлежащий уровень защиты данных, и, во-вторых, как-то урегулировать и ограничить допустимый доступ к данным и их распространение деловым партнерам.
При этом, если вы, да, компания-разработчик, не подписывает BA соглашение, то есть если вы не можете иметь доступ к данным пациентов, то тестирование вашей системы будет проводиться на каких-то обезличенных или тестовых данных. А это грозит тем, что, во-первых, реальные кейсы могут отличаться от тестовых, во-вторых, на боевом сервере данные будут обновляться в режиме реального времени, а вы тестировали какой-то срез данных на определенный момент времени. Или вообще заказчик может решить самостоятельно протестировать систему, о результатах не сообщит вам. А поскольку в таких системах ответственность разработчиков очень высокая, и от корректности работы системы зависит здоровье и даже жизни людей, поэтому вам необходимо с заказчиком обсудить с самого начала, как будет производиться тестирование, и будете ли вы подписывать это соглашение, будете ли вы иметь доступ к данным реальных пациентов. Следующее правило — это правило принудительного исполнения. То есть за нарушение данных, за нарушение правил конфиденциальности и безопасности медицинская организация и врач, который совершил нарушение, несут административную и даже уголовную ответственность. При этом, вот если вернуться к тому эпизоду из «Друзей», когда медсестра все-таки рассказала Фибе, как зовут того пациента, где он лежит, то есть чем болеет, и, в общем-то, она могла понести административную и уголовную ответственность за вот то, что она просто рассказала какие-то вроде незначительные данные. А деловые партнеры также несут административную и в некоторых случаях уголовную ответственность за раскрытие данных, которые не разрешены их соглашением BA или не требуются законодательством. При этом компания-разработчик тоже несет ответственность, если подписала вот это BA-соглашение, и в случае, если у вас будет доступ к данным, вам будет обозначен допустимый периметр, и лишний раз смотреть, куда у вас есть доступ, смотреть данные не следует, если в этом нет серьезной необходимости, да, потому что административная и уголовная ответственность на вас тоже налагается. И последнее. Согласно правилу уведомления о нарушении, медицинская организация обязана уведомить пациентов и государственные органы, если они обнаружили утечку данных. При этом в организации должен быть один или несколько так называемых HIPAA-compliance офицеров, которые ответственны за документирование всех процессов и политик в организации, за обучение техникам безопасности в рамках HIPAA всего персонала, за регулярный аудит и оценку рисков. Но этот закон HIPAA, он не дает инструкции или плана действий, что нужно делать, чтобы сделать, да, чтобы выполнить все требования этого закона и как систему медицинскую сделать соответствующую этому закону. Достаточно ли данные шифровать или нужно там регулярно просить поменять пароль, может быть, нужно что-то еще. Но есть практика. Если какая-то медицинская организация сделала что-то не так и суд признал, что они нарушили требования HIPAA, то медицинская организация штрафуется, а уведомление об этом публикуется в официальных источниках и приравнивается к закону. Вот, например, был кейс, когда один врач зашел в карточку Celebrity без цели оказания медицинских услуг, просто по каким-то своим личным интересам. Это было залогировано, медицинская организация была оштрафована на немаленькую сумму, а врач был приговорен к 4 месяцам тюремного заключения, ну, естественно, уволен. Поэтому я советую ознакомиться вам со списком наиболее встречающихся штрафов и списком штрафов по годам, чтобы учесть это для вашей системы. Конечно, по большей части вот эти штрафы, которые представлены в официальных источниках, они относятся не к телемедицине, не только к системам, потому что вот этот закон HIPAA регулирует все медицинские организации, даже которые ведут свою деятельность офлайн. Но там встречаются нарушения, которые вы можете предусмотреть в требованиях к системе, к архитектуре. Ссылки вы можете найти в моей презентации после последнего слайда. Причем нельзя получить государственную сертификацию, что система является HIPAA-compliant, то есть удовлетворяет требованиям HIPAA. Есть частные организации, которые проводят аудит и сертификацию, но если будет найдено у вас нарушение у вашего заказчика, в вашей системе, это не, вот этот выданный сертификат не застрахует вас от штрафов и требований исправить нарушение.
И поскольку штрафы могут варьироваться от $100 до $50 000 за нарушение, с максимальным штрафом в размере $1,5 миллиона в год за каждое нарушение, и, как мы уже обозначили, помимо материальной ответственности, может накладываться также уголовная ответственность, поэтому все организации в США в обязательном порядке страхуют бизнес. И тогда встает вопрос, все-таки, как же организация понять, что нужно сделать, чтобы себя застраховать и исполнить требования этого закона, а также как IT-компании, которая разрабатывает телехелс-систему, понять, что нужно сделать, чтобы исполнить требования. И поскольку этот вопрос насущный, многие компании не раз с ним сталкивались, была сформирована практика, были разработаны множество стандартов аудита систем, такие как ISO, NIST и другие. И я хочу остановиться на фреймворке HITRUST CSF, Common Security Framework, которая предоставляет предписывающий набор элементов управления, которые соответствуют стандартам и законам, включая HIPAA. Этот фреймворк не является новым, он сочетает в себе наилучшие практики различных фреймворков кибербезопасности, и, что вот самое интересное, он разработан специально для сферы здравоохранения. И вот на диаграмме представлены стандарты и законы, которые брались за основу при разработке. Что вообще, как что из себя представляет этот фреймворк? Это чек-лист, состоящий из порядка 700 пунктов, разделенный на 19 доменов. Вот список доменов представлен на слайде. Это там, от требований к инфраструктуре до риск-менеджмента. И, конечно же, за множество пунктов будет ответственен HIPAA Compliance Officer, все, что связано с процессами, с бизнесом, но следует пройти те пункты, которые соотносятся к системе, и учесть их в архитектуре. И если смотреть на опыт мой, моих коллег-аналитиков, вчера вот архитекторы на своем последнем докладе об этом говорили, что мы в основном работаем с функциональными требованиями, с интеграциями, и немножко боимся нефункциональных требований. Так вот, такие чек-листы, фреймворки, они могут помочь корректно сформировать список нефункциональных требований, ничего не забыть. Конечно, в первый раз на это потребуется много времени, но это опыт, который вам потом не точно понадобится. Итак, следующий момент. Нам нужно было разработать модель данных, как и для любой системы. И не нужно изобретать велосипед, если он уже разработан. По результатам исследований мы выяснили, что для медицинской системы уже есть несколько стандартов обмена данными, такие как OpenEHR, несколько стандартов, разработанных компанией HL7, и мы остановили свой выбор на стандарте HL7 FHIR по нескольким причинам. Во-первых, этот стандарт ориентирован на современные подходы, такие как RESTful, он поддерживает XML, JSON, OpenID Connect, OAuth 2.0. Также FHIR легок для восприятия техническими немедицинскими специалистами. Он имеет встроенные механизмы валидации входящих данных, имеет привязки к разным классификаторам, медицинским справочникам и по другим причинам. И следует отметить, что этот стандарт не ориентирован на страны, он применяется уже по всему миру и долгое время применяется в России и Беларуси. Также я на слайде выделила такие артефакты, как use case и глоссарий, поскольку FHIR может помочь в изучении терминологии, общих сценариев использования, такие как введение медицинской карты, принятие клинических решений. И ну, это все вы можете применить к своему проекту. Если FHIR изучить, то можно увидеть, что он состоит из 5 уровней. Требований, да, от базового фреймворка до структуры баз данных и вот поддержки принятия решений. Если посмотреть подробнее на каждый уровень, то на первом уровне первый уровень представляет собой модуль базового фреймворка, на котором строится спецификация. Он описывает, отвечает на вопрос, как будет осуществляться обмен информацией. Второй уровень представляет модули для внедрения решения и привязки к внешним спецификациям. Третий уровень — это модуль администрирования, который охватывает базовые данные о пациенте, враче, клинике, которые затем связываются с другими клиническими данными на следующем уровне. Это диагностика пациентов,
бизнес-процесс, биллинг и другая информация, но прежде чем какие-либо клинические данные будут собраны, необходимо записать данные базовые о пациенте и основе взаимодействия, например, это прием у врача. Четвертый уровень немножко уже озвучил, это уровень ведения учета и обмена данными в процессе здравоохранения. Представляет собой такие модули, как клинические данные, диагностика пациентов, медикаменты, процессы биллинг. И последний уровень, он тоже состоит из одного модуля, clinical reasoning, который предоставляет ресурсы и операции для представление, распространение артефактов клинических знаний, такие как принятие клинических решений, показатели качества, индикаторы здоровья населения и другие. Сам FHIR, он предоставляет структурированную модель данных, которая имеет описание полей и отношений сущностей. На слайде представлен пример такой сущности, как медикамент. Видно, что у него есть описание поля, есть привязка к различным стандартам. Например, SNOP-сети — это медицинская номенклатура. FHIR также связан с другими стандартами и классификаторами, например, DICOM — это стандарт создания, хранения, визуализации, представления цифровых медицинских изображений. Также можно увидеть, что FHIR предоставляет возможность посмотреть на сущность в других форматах XML, JSON и даже на UML-диаграмме классов. И что немаловажно, сам этот стандарт, он выработан на основе 30-летнего опыта как применение стандарта HL7, на основе которого FHIR был разработан, и на основе других стандартов из медицинского домена. И на слайде представлен таймлайн, как развивался стандарт FHIR. И все началось в 1987 году, когда была выпущена первая версия стандарта HL7. Тогда этот стандарт повсеместно применялся и дорабатывался, но с развитием технологий пришло понимание, что стандарт HL7 очень сложный, а именно модели сообщения были гораздо сложнее, чем в любых стандартах обмена данными на основе XML. Это, например, выражалось в высоком уровне вложенности типичного сообщения. Также были сложности с поддержкой реализации процессов в рамках различных юрисдикций, что вызывало отклонение реализации от этого стандарта. Также определенные типы данных в этом стандарте представляли ряд сложностей для реализации совместимых систем. И хотя последние уже версии выпускались тогда, когда XML был разработан, и сообщения вроде как представлены в формате XML, но стандарт никогда в точности все же ему не соответствовал. И по другим причинам, например, наименования тоже были сложные. Если в FHIR мы возьмем prescription, то есть рецепт на медикамент, в стандарте HL7 это будет Combined Medication Request. Не очень очевидно. Также терминология, то есть привязка к классификаторам медицинским и справочникам, которые постепенно дорабатывались, тоже оказалась сложной областью. И по другим причинам, но в 2011 году было опубликовано предложение разработать новый стандарт, который был бы гораздо проще и был ориентирован на современные подходы. Изначально его назвали RFH, Resources for Healthcare, и в 2012 году стандарт впервые был назван FHIR. Он базировался на трех основных частях. Во-первых, это спецификация обмена данными, которая определяла форматы технических ресурсов и протоколов. Второй частью это был словарь данными, который определял отслеживание требований, формальные вычисляемые операции для элементов данных. И третий уровень — это уровень управления процессами, который сопоставлял ресурсы с реальными бизнес-событиями. И первая версия этого стандарта FHIR была выпущена в 2014 году, и постепенно она развивается, и примерно каждые полтора года выходит новая версия. Сейчас
Текущей версии 4-я и 5-я находится в разработке, планировалась к выходу в третьем квартале 2020 года, но, наверное, в связи с пандемией тоже немножко сроки откладываются. Вообще, на изучение этого стандарта FHIR потребуется значительное количество времени для того, чтобы понять, как ваши процессы накладываются на этот стандарт. Но это все вам обернется, просто упростит вам процессы интеграции с разными системами в будущем. Например, как минимум вам нужно будет интегрироваться с аптеками для того, чтобы врачи отправляли рецепты в клинику. Ну и да, в общем, это стоит того, чтобы его изучить и, возможно, взять модель данных на основе этого стандарта. Следующий пункт, который стоит отметить, это интеграция со сторонними сервисами. Если вы будете интегрироваться, да, вы точно будете интегрироваться с какими-то другими медицинскими системами, как минимум с аптеками, и это не будет вызывать сложностей, поскольку все эти системы уже соответствуют HIPAA. И, во-вторых, ну, я думаю, не будет сложно им подписать BA-соглашение с вашим заказчиком. Но мы также интегрировались с другими сторонними системами, чтобы чисто сохранить время на разработку, побыстрее выпустить MVP. Например, мы интегрировались с календарем, с системой для видеоконференций, чтобы осуществлять виртуальные визиты пациента к врачу. И с другими системами, вот на слайде представлен пример, как мы, пример матрицы, как мы искали систему для мессенджера, и вот представлены системы, которые мы думали, что могут нам подойти, и в списке требований к этим системам первым пунктом идет, что система обязана быть HIPAA compliant. И не только система, но и организация, которая разрабатывает эту систему, она обязана иметь определенные процессы, проводить аудит регулярный, оценку рисков, не раскрывать данные и, конечно же, подписать себе соглашение с нашим заказчиком. Это вот такие два правила. Из этих правил есть исключения. Платежная система не обязана быть HIPAA compliant, но мы столкнулись с другой проблемой, что не все платежные системы готовы поддерживать, проводить платежи по телемедицине. На это тоже стоит обратить внимание. Возможно, вам нужно заложить чуть больше времени на поиск платежной системы. И почему про это рассказываю? Потому что этой задачей не всегда занимаются архитекторы или кто-то из разработчиков. Часто на практике это выполняет аналитик или как минимум вас попросят составить список требований к системе. И первым пунктом должно быть, что система является HIPAA compliant. Следующий пункт — это культурные особенности этой страны, которые вам нужно учесть в функциональных и нефункциональных требованиях. Я вот выделила следующие три пункта. Во-первых, в США проживает достаточно большое количество испаноговорящего населения. Всего по США 13,5%. Но если взять отдельные штаты, на юго-западе это Техас, Мексика, Нью-Мексико, Калифорния, там более 50% населения говорят на испанском. И, возможно, вы замечали, что многие системы в США, они мультиязычные. Там на выбор есть английский и испанский. И поэтому, если вы планируете запускаться сразу же в нескольких штатах, как минимум в тех штатах, которые я назвала, то вам, возможно, потребуется сделать систему мультиязычной. И если локализация планируется, следует ее заложить в архитектуру приложения изначально. Ну, локализация вообще это большая тема. Дальше. Это, если мы посмотрим на статистику использования девайсов, окажется, что более 50% население в США пользуется техникой Apple. Поэтому это следует учесть в требованиях совместимости и при тестировании. И, наконец, как я уже упоминала, в разных штатах есть свои законы, которые ужесточают требования HIPAA. И поэтому, если вы планируете, опять же, запускаться в нескольких штатах, возможно, от места жительства пациента в системе будут какие-то свои особенные условия. И, например, в процессе регистрации нельзя, в некоторых штатах нельзя оказывать медицинские услуги пациентам, если у них нет страховки или они не указали подробно свое место жительства. И в процессе регистрации появятся дополнительные поля. И последний пункт, который следует осветить, но не последний по значимости, мы его уже немножко касались, это
техническая поддержка. Если ваша компания планирует оказывать техподдержку системы и планирует еще развивать систему, и вы будете иметь доступ к данным реальных пользователей, то вам необходимо подписать BA-соглашение с заказчиком, и вам необходимо соответствовать закону HIPAA, а это предполагает не только, что система будет HIPAA-compliant, но это потребует для вашей системы изменить процессы, чтобы у вас был HIPAA-compliance-офицер, который будет производить регулярную оценку рисков, аудит, регулярное обучение техникам безопасности. То есть не любая компания-заказчик на это пойдет. Мы также рассматривали модель, как же избежать того, чтобы не получать доступ к данным реальных пациентов. Возможно, что вы будете обрабатывать деперсонализированные данные. Тогда на стороне заказчика должен быть какой-то технический специалист, который будет заниматься выпуском новых версий, передавать вам эти деперсонализированные данные. Но тогда не любой заказчик на такое пойдет. Поэтому здесь уже выбор за разработчиком и заказчиком, но на вас, как на аналитиков, будет оказывать влияние выбранная модель. И если вы поднимете этот вопрос в начале проекта, то цены вам не будет. Таким образом, да, это небольшой чек-лист, на что нужно обратить внимание, начиная работу над медицинской системой в США. И если вы учтете эти моменты в начале, вы не только упростите работу архитекторов и аналитиков, но также сможете избежать многих ошибок в будущем. Надеюсь, коллеги на немедицинских проектах тоже смогли что-то полезное для себя почерпнуть. Как минимум, вы можете посмотреть, что для вашей предметной области тоже есть готовые стандарты обмена данными, такие как для медицины есть FHIR. В общем-то, все. Спасибо за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо за доклад. У меня вопрос по FHIR. Uh-huh. Я немножечко в свое время сталкивалась с этой моделью. Мне интересно, сколько по времени у вас, видимо, у компании или у команды, которая работала на этом проекте, ушло на осознание этого стандарта, модели, и, соответственно, может быть, реализация первого прототипа или MVP, что в итоге получилось? Угу. Проект в общей сложности мы разрабатывали 1.5 года. То есть вначале мы обнаружили, что есть этот FHIR, и, в принципе, когда мы касались какой-то определенной функциональности, мы смотрели, как это накладывается на то, что говорит заказчик, на его требования, смотрели, что есть в FHIR. То есть сопоставляли, и, в принципе, у нас большая часть сошлась, и не было какой-то нужды что-то достраивать к FHIR. В принципе, мы работали совместно с архитектором над этим по срокам. Сложно оценить. То есть для какой-то определенной области, то есть если мы внедряли медикаменты, симптомы, вроде вот такие области небольшие, на них не так много времени уходило. Если это было что-то более большое по функциональности, конечно, требовалось больше времени на изучение FHIR. 1.5 года, да? Проект сам, да, 1.5 года. Но мы много чего делали, не то чтобы заглушки, просто брали готовые компоненты для видеозвонков, например, для мессенджера, не разрабатывали сами. Спасибо. Угу. Спасибо за вопрос. Да, спасибо за доклад. Я услышала очень интересную вещь про 5-й уровень в этом стандарте, что получается, как каждая система обязана или может обмениваться с другими системами какими-то, возможно, агрегированными, деперсонализированными данными по статистике заболеваемости. Можно поподробнее про это? FHIR — это, да, общий стандарт, и он, поскольку в 2014 году был разработан, уже 6 лет прошло, и он дорабатывается, это просто он наращивается. То есть изначально, когда в 2011 году было предложение выпустить этот стандарт, там этого не было. То есть постепенно это добавлялось для тех, кому это нужно. То есть, в принципе, компания не обязана эти данные кому-то предоставлять, передавать, только если они сами самостоятельно хотят эти данные у себя собирать и распространять. Я просто знаю, что в Америке не очень любят делиться данными с кем-то.
Поэтому для меня было неожиданностью, что есть прям специальный уровень, который отвечает за то, чтобы вот там, статистическими данными с кем-то обмениваться. Спасибо. Спасибо. Спасибо за доклад. Несколько вопросов. Не очень знаю специфику работы с Америкой. Вы сказали, что все, ну, компания-разработчик также поддается уголовной и административной ответственности. То есть, если эта компания не американская, они обязательно должны открыть офис в Америке. Либо как они поддаются ответственности? Интересный вопрос. С этим, ну, мы не сталкивались, мы не подписывали BA-соглашение в итоге с заказчиком. Но я думаю, даже если они не находятся на территории США, просто если они подписывают BA-соглашение, мы все-таки интегрировались с какими-то системами, которые не разработаны в США. И, в принципе, они же просто в своей стране оформлены как юридические лица. И если они имеют соглашение BA, то они уже попадают под ответственность. Спасибо. И второй вопрос. Вы сказали про врача, которого привлекли к уголовной ответственности за то, что он посмотрел данные, ну, человека какого-то, да? Это случилось потому, что те спецслужбы имеют доступ к логам частной системы, или потому, что этот доктор эту информацию распространил? То есть насколько влияние государства имеет на частно разработанные системы, прям вплоть до логов, кто что когда смотрел? Я думаю, что государственные органы не имеют прямого доступа, да, к логам, но они могут, во-первых, проверить, а во-вторых, здесь может уже идти инициатива от того человека, чьи данные посмотрели, возможно, там уже пошли какие-то слухи или еще что-то, как-то эта информация просочилась, и этот человек просто сказал, что кто-то мои данные посмотрел и распространил. И тут вот так это было возможно. То есть... Ну, я думаю, что государственные органы могут проводить аудит этих систем. Если они обнаружат какое-то нарушение по HIPAA, им будет грозить штраф. Добрый день, спасибо за доклад. Вопрос такой. Верно ли я понимаю, что при разработке системы вся команда находилась в России, но систему вы разрабатывали для США? Проводили ли вы какие-то исследования CASDEV-пользователей ваших будущих? Как тестировали гипотезы? Как вот здесь выстраивалась работа? Интересный вопрос. У нас был, да, заказчик в США. Команда разработки была распределена по нескольким странам, но в США никого не было. И CASDEV не проводился, ну, в ограниченном количестве. То есть заказчик нам по большей части предоставлял информацию, либо мы смотрели на системы конкуренты, как у них это разработано. То есть в целом было так. В основном информация вся шла от заказчика. Вот. Тут еще такой интересный момент. Ну, то есть если вы напрямую не знаете, мне кажется, что вам стоит сейчас, если вы еще работаете с этим проектом, уделите этому внимание. Ну, потому что реальный путь пользователя стоит отследить. И... Конечно, конечно. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Было очень интересно послушать, хотя сама не, как бы, не отношусь к этой сфере, но все равно очень интересно. У меня такой вопрос. Вы сказали, что для того, если вдруг компания хочет продолжать, точнее, будет продолжать поддерживать продукт, то она должна быть HIPAA-compliant, правильно? Выбрали ли вы такой путь развития и как вообще дальше все происходило после сдачи системы в работу? Мы решили не перестраивать процессы, потому что оценили это с нашим менеджментом, руководством, что это потребует значительных затрат на поддержание всех этих процессов. То есть мы просто отказались от продолжения работы над проектом. Предложили заказчику вот второй вариант, когда мы бы обрабатывали деперсонализированные данные, просто им при развитии системы выпускали бы на их стороне новые версии, чтобы у них там был какой-то администратор, но они не захотели так работать, в общем-то, поэтому мы разошлись. Не знаете ли вы, как вообще происходит сейчас поддержка этой системы?
Они нашли другую компанию на территории США, которая готова разрабатывать, и они HIPAA compliant. И сейчас они развивают систему, я слежу, да, система работает, развивается. Понятно, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, время закончилось. Вам можно выбрать лучший вопрос. Первый. Спасибо. Спасибо большое.